С начала года сотрудники МЧС России по Тверской области уже более 140 раз реагировали на сообщения о палах сухой растительности на территории Калининского района. Как отмечают в ведомстве, большая часть пожаров на открытых территориях нашего региона происходит именно из-за палов травы и разведения костров с нарушением противопожарных требований. В целях предупреждения весенних травяных и лесных пожаров Управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Тверской области на регулярной основе проходят профилактические рейды. С 1 апреля на территории Тверской области введен особый противопожарный режим. В его рамках сотрудники регионального управления МЧС России в ежедневном режиме проводят мониторинг территорий, в том числе и с воздуха. На вертолете К-32 сотрудники МЧС провели мониторинг торфяных месторождений в Конаковском, Калининском и Кимрском районах. Особое внимание уделено территориям бывших торфоразработок, которые в случае повышения среднесуточных температур обладают низкой устойчивостью к пожарам. В ходе мониторинга тления торфа не обнаружено, однако некоторые нарушения все же зафиксированы. Было выявлено несколько палов травы. Информация была передана на ЦУКС. Данный мониторинг проводится ежедневно на постоянной основе. Мониторинг опасных в пожарном отношении районов проводится и на земле. Выездная проверка готовности Буражевского сельского поселения к прохождению пожароопасного периода показала, что в сельском поселении своевременно произведена опашка земель. На большинстве участков убран мусор и трава. Имеются емкости для воды, возле домов и построек нет сухостоя. Есть указатели к пожарным водоемам, подъезды к ним расчищены и свободны. Впрочем, подобным может похвастаться не каждый район региона. Напомним, отчасти из-за несоблюдения этих простых мер предосторожности не так давно в Тверской области полыхали несколько больших пожаров. В Сосихинском районе у нас сгорело 3 нежилых строения. В Бежевском районе сгорел, к сожалению, 1 жилой дом и 6 нежилых строений. В региональном управлении МЧС напоминают, во время пожароопасного периода категорически запрещается разжигать костры на открытой местности. Не разрешено также производить пал сухой растительности. Несоблюдение этих простых правил может обернуться не только крупным пожаром, но и штрафом для тех, кто пренебрег этими обоснованными запретами. А если в результате пожара будет нанесен серьезный урон природе или имуществу граждан, то поджигателю грозит более суровая уголовная ответственность. Все эти правила особенно важно соблюдать в преддверии майских праздников, так как ожидающаяся жаркая и ветреная погода способна многократно увеличить масштабы ущерба от любого изначально даже небольшого возгорания.